Прийняття головного закону Конституції України. Ці роки стали для всіх нас випробовуванням на зрілість та терпіння. Ми впевнені, що кропіткою працею, силою духу, вірою в перемогу ми в змозі покращити життя у своїй власній державі. Ще зверніть увагу, яким вони, як кажуть,
Я как человек, который за свою жизнь уже, наверное, не одну сотню вареников налепила, но сегодня была очень приятно удивлена. Вареники с халвой. Возьму на вооружение. И не только с халвой, и с фруктами тоже, и с ягодой. Очень все оригинально и вкусно, молодцы все. Ну, дружба, конечно, победила, но я вам хочу сказать, что так тяжело принимать участие в жюри в таком прекрасном вкусном конкурсе, который просто объедение. Вот укажет смакота, таким оно есть смакота. Совершенно невозможно было определиться по, хотя у нас было три основных критерия, и в положении это было прописано. Мы оценивали оригинальность рецепта, вкусовые качества и презентация. Это было три составляющие, которые в результате должны нам помочь определить, кто же победитель сегодняшнего конкурса. Но я бы тоже не определяла победителя, честное слово, потому что все, кто сегодня в таких сложных условиях, совершенно нестандартных, во-первых, кто решился на такое сложное дело, а еще и до конца выстоял, принял участие и так вкусно накормил тех, кто пришел сегодня и не пожалел. Я думаю, что остался так долго, невзирая на дождь, на погоду и на другие обстоятельства, на стесненные условия, на то, что электричество не хотело работать так, как нужно было участникам, но я думаю, что все присутствующие остались довольны. Дело в том, что мы с Ларисой Георгиевной, не будучи кулинарами, участвовали в кулинарных конкурсах за границей, когда мы ездим со своими коллективами, когда говорят, вы едете отдыхать на кулинарный конкурс. Я говорю, это большой труд. Мало того, что сам процесс достаточно сложный, ты всегда переживаешь, потому что очень хочется, чтобы всем понравилось. Поэтому спасибо вам большое за все. Я, честно говоря, все, что пробовала, следила по вкусовым качествам и, конечно же, по внешнему виду. Поэтому что-то мне больше понравилось, что-то нет, потому что ну, условия у нас сложные, действительно. И, наверное, вот большое вот качество – это желание. Когда человек хочет, даже несмотря на то, что мы все планировали на улице, оно должно было быть в другом режиме, в другой форме, но мы очень хотели, чтобы это событие именно это состоялось, поэтому нашлись вот такие, да, экстремальные условия. Но мы люди привыкшие. И многие, наверное, из вас тоже. Поэтому у нас, наверное, на пятачок на острове посадим, и там тоже события сделаем, проведем, да. Итак, процедура награждения. Думаю, что все-таки самое главное сегодня, это был олимпийский наш девиз, главное не победа, а участие. Итак, грамотою нагороджується учасник конкурсу Ільницька Наталя за пропагування культурної спадщини українському народу через народну кухню. Грамотою нагороджується учасник конкурсу Семенюк Олександра і її дружна родина. Нагороджується Кошетар Анжела. Нагороджується Сухарникова Ольга. Грамотою нагороджується Москвина Тетяна. Грамотою нагороджується Голда Інга. Дякуємо за франківські бабусини. Грамотою нагороджується Їзкова Надія. Учасниці, яка є в нас носієм
прізвище великого російського поета Пушкіна Лідія. Лідія, журі встановила вам не просто дипломом учасника, ви нагороджуєтеся, ви нагороджуєтеся дипломом переможця конкурсу. Макота. Це та команда, яка вразила журі просто. Прилюк Максим. Тому що це було не перевес. Я думаю, це тому, що ви працювали не вдвох, а втрьох. Як часто ви готуєте вдома варити? Я готовлю вареники второй раз в жизни. Первый раз я приготовила два дня назад. Попробовать, как это вообще выглядит. Вот сейчас я готовлю, считай, это дебют мой вареничный. Никогда не готовила вареники. Так, просто мы так. Наверное, вот у меня есть еще один ребенок. Вот один подбежал. Наверное, чтобы научиться готовить вареники. Ну и ради деток, они у меня любят вареники, а мама не умеет готовить. Как это так? Бабуся готувала. Вона в нас мешкає в місті Запоріжжя. Вона к нам рази три на рік приїжджає і завжди нам готує вареники, пельмені. І ми любимо таке, але самі ми не можемо. А от тепер ми тепер вміємо. Мне кажется, очень интересно, в первую очередь, конечно, для и жителей, и гостей, но для наших деток, наверное, это все-таки хороший пример, то, чем надо заниматься в жизни, скорее всего, чтобы чему-то хорошему учить и прививать. Нам надо воспитывать наше будущее на примере родителей, и мы даже рады, то, что наша маленькая девочка в будущем все-таки будет лепить вареники, как и мы. Мы уже неоднократно принимаем участие в различных конкурсах, кулинарных. Да. В том году заняли даже призовые места, первые, два, третьих. И стараемся как-то. В прошлом году мы брали конкурс гастрономический. Там кондитерские изделия, салаты, напитки. Жене нужно помогать, чтобы она всегда была такой красивой и цветущей. Расскажите, вас сегодня мы видим оригинальные вареники. Расскажите про их рецепты и что у него незвичайно. Вы надеетесь на перемогу, я так думаю. Расскажите про них. Любой надеется на победу, но в наших варениках самые секретные ингредиенты – это любовь. И уважение вот как мужа, жены. И надеемся, это любовь будет дальше продлеваться нашим детям, внукам и... А крем любови, яка ще начинка? Ну, с начинки у нас есть, это с халвой, они такие желтые, необычные, там есть... Для того, чтобы был желтым таким, добавили куркумы. А вот, есть у нас вареники с картошкой и грибами, есть с творогом и зеленью, есть у нас еще вареники с халвой и с вишней. Так. Слушайте, как часто вы дома готовите вареники? Ваше любимое блюдо, чем не случайно? Это блюдо нашей тещи. Она как только в гости к нам приезжает, она всегда готовит вареники. То есть с нами готовит вареники. А как часто вы сами? Ну, там раз в месяц, может, раз в месяц? Раз в месяц. Раз в месяц. Не чаще. Да, потому что тоже трудоемкий процесс, который требует времени. Чего ты нас на раз брать научишь? Обязательно. В следующий раз обязательно. Не было Живлення плитцем? Ой, я как бы точно не помню, тут вся в работе была, в заботах этих, не знаю, может полчаса, наверное. Нет, ну, наверное, много полчаса.
Ну, как-то включали периодически, опять выключали. Вот, ну, такие перебои были. Первые вареники это были с персиком. Ну, мы решили, фрукта все-таки она, как бы ее надо быстренько. Вот, и с персиком мы бросили в кастрюлю. И они только успели всплыть, даже не закипеть. Ну, и так и плавали, потому что, ну, вытащить, они будут недоваренные. Если потом нам обещали, что потом включат электроэнергию, то есть, как бы, доварить, они уже подсохнут. И, ну, поскольку они плавали, смотрю, они не опускаются. Ну, в общем, так вот мы переждали этот момент. Ну, такая погода. Потом дали электроэнергию, мы потом уже все остальное уже доварили те. Ну, ничего, они так поплавали. Разновид у меня, значит, шоколадные вареники с вишнями, с черникой, вареники с мясом, с картошкой, с грибами, с сыром. Бачим ваши экраны. До картошки. Как часто вы говорите? Хотелось бы дуже часто, но не разрешают нам много теста. Включать семейные, что дуже много теста. А я б его каждый день бы варила. Ви сьогодні підбирали такі рецепти, чому саме такі? Тому що ми любимо таке їсти вдома, ну не кожен день, а от як зібралися, от є вишні, фрукти, значить шоколадні вареники. У вас, можливо, приходять гості там, чи родичі, ви пропущаєте їм вареники? Так, да, мантами, варениками, пельменями. Які, можливо, самі найулюбленіші ваші вареники, вони полюбляють? Вареники з м'ясом, з картошкою, з грибами, з сиром. А сладкі такі. А скільки часу ви зайде на приготування? Час-полтора. Ми знаємо, що сьогодні виключили плитки відживлення. Да. Можливо, чи ви вже закинули їх у воду? Закинули, вареники з черникою довго стояли в воді. Ви їх не вибирали? Ні, не вибирали. Ви їх пробували, не переживали, що можливо вплинуло на смак? Вплинуло трохи на смак, вони глибковаті вийшли. У місті Южному, ну, у всякому випадку, на наших городських мероприятиях, це третій кулінарний конкурс. Ми починали з фестивалю борща, потім ми проводили фестиваль жареної картошки. И вот сейчас мы проводим фестиваль вареников, это все украинская кухня, и в принципе это то, что любит наш народ, как делать, так и пробовать, во-первых, во-вторых, это всегда пользуется спросом и зрительским, и кроме того, это как-то объединяет всех людей, потому что тема у них одинакова, подходы у всех разные. Кроме этого, мы, когда мы проводили неделю украинознавства в библиотеке, там одна из тем тоже была тема вареников, они тоже истоки, в литературе, где они употребляются. То есть тема уже была задана раньше, месяц практически назад, а сейчас это было ее практическое уже воплощение. К сожалению, я сегодня говорила о том, что да, немножко предполагался другой формат, да, это уличный вариант, это более такое уличное гуляние, там, где конкурсы, там, где игры, там, где все вокруг этого крутится и вертится, но великая сила, сила желания, и несмотря на эти вот технические погодные условия, мы нашли возможность провести конкурс, да, он был усложнен тем, потому что сразу одновременно подключалось 10 электрических плит, при этом еще работал звук, который по мощности тоже много берет, поэтому периодически плиты электрические отключались, и с этим было связано, ну, то, что процесс немного усложнялся. И мастерицы, они понимали, что просто традиционные вареники, они, ну, будут вкусные, но как бы на этом все. Но так как были критерии там и внешний вид их презентации, вкусовые качества и презентация, как они подают это блюдо и что они им еще о нем расскажут, поэтому каждый пытался и рецепты новые какие-то преподнести, формы самих этих вареников, и стесненные, конечно, условия. Мы как бы входили в положение этих участников, потому что мы им создали такие условия, и поэтому как бы понимали, что и по времени это немножко сложно, и понятно, что тесто могло где-то не провариться, потому что это не от них зависело, потому что в принципе все они были настолько вкусные, и хотя мы понимаем, что это традиционная наша кухня, но я думаю, что не так часто дома это делают, потому что все-таки это сложный процесс, а быстрое поедание. Я лично все попробовала, но единственное, что я как бы сразу себе поставила, что я надо просто надкусывать, потому что если будешь съедать каждый вареник, а там есть были такие прям приличные по размерам, то мы просто бы не дожили до конца конкурса. Вкусные с ягодами, с картошкой, приправы, соусы к ним готовились, потом напитки и квас, и компот, и даже горячительные напитки здесь были. То есть люди старались. Да, очень хорошо, что практически все участники были с группами поддержки. То есть они сюда привели своих друзей, своих родственников, и это их больше еще сплотило. Знаю, что они сейчас пойдут, будут еще этот процесс обговаривать, потом долгое время еще перезваниваться. Ну, а мы постарались немножко порадовать их призами, так как, ну, возместить их старания.